19 сентября в Донецке на территории Республиканской детской клинической больницы была открыта мемориальная доска памяти Елизаветы Глинки, доктора Лизы, которая посвятила свою жизнь служению людям, охране их здоровья, оказанию гуманитарной помощи. С начала военного конфликта в Донбассе в 2014 году Елизавета Глинка вместе со своим благотворительным фондом «Справедливая помощь» оказывала гуманитарную поддержку жителям Донецкой и Луганской народных республик, эвакуировала на лечение в Российскую Федерацию более 500 тяжело больных и раненых детей. Сегодня мы собрались в этом символическом месте, где Елизавета Петровна дарила надежду на здоровье, на мир, на перспективу, на будущее нашим детям. Сотни раз с этого места отправлялись дети в Российскую Федерацию на лечение. И сегодня здесь мы установили мемориальную доску в память о том подвиге человека с большим сердцем, с большой душой. 25 декабря 2016 года Елизавета Петровна трагически погибла при крушении самолета Ту-154, который направлялся в Сирию с гуманитарной миссией. Но память о ней жива не только в виде мемориала, но и в виде добрых дел ее преемников – благотворительного фонда «Справедливая помощь». 3,5 года из этого здания эвакуируются дети, тяжело больные, раненые дети, нуждающиеся в медицинской помощи. Эту помощь оказать им могут только на территории Российской Федерации. 3,5 года доставляются гуманитарные грузы для медицинских учреждений, социальных учреждений Юго-Востока Украины. 9 месяцев мы ведем свою работу без доктора Лизы, без Елизаветы Глинки. Елизавета Глинка, не задумываясь, приходила на помощь тем, кто в ней нуждался. Она не думала ни об усталости, ни об опасности. Она погибла, спасая детские жизни. Для нас, для ее коллег, для ее команды большая честь и огромная ответственность продолжать ее работу. И мы будем ее продолжать. Мы будем помогать детям, спасая жизни которых погибла она. Очень символично, что в день открытия мемориальной доски, в день памяти доктора Лизы, совершилось еще одно доброе дело. – Благотворительный фонд «Справедливая помощь» эвакуировал из Донбасса 16 тяжело больных детей, самому маленькому – 3 месяца. Все они страдают врожденными или хроническими заболеваниями офтальмологии, онкологии, нейрохирургии. Всем детям будет оказана помощь в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга и Москвы. В Ростове их ждет спецборт МЧС Российской Федерации с врачами медицины катастроф. Маргарита Миронюк и Алина Боярская. Новороссия ТВ.